Всем привет! Я решила приготовить сегодня необычные котлетки для малыша, потому что он не ест просто отварную гречку или какие-нибудь там отварные овощи. Поэтому я придумываю что-то такое необычное, чтобы он мог взять и съесть как печеньку. Из ингредиентов мне нужно будет отварная гречка, брокколи, зелень, сыр любой и яйцо. Еще я, может быть, добавлю немного манки, чтобы сформировать форму котлет. Такие котлетки у меня получились, и теперь малыш будет пробовать. Получилось очень вкусно. Я бы такое добавляла в бургер для вегетарианцев. Не знаю, правда, для веганов, чем можно заменить яйцо. Но думаю, при желании что-то можно и придумать.